Мытищинская хорда должна разгрузить сразу 3 шоссе. Строительство продвигается по графику. Сейчас готовность дороги около 20-25%. Все материалы для возведения трассы – песок, бетон и металлоконструкции – поставляют из подмосковных городов. По проекту здесь планируют построить 11 мостов и путепроводов, 6 развязок. Дорогу ждут 850 тысяч жителей, особенно в Мытищах и Пушкино. Благодаря хорде из этих городов уйдет транзит. Мы находимся на строительной площадке Пироговской дороги, 16 километров. Она соединяет Мытищи и Пушкинский муниципальный округ. Очень оживленная трасса. Она разгрузит и Дмитровку, и Ярославку, и Осташковское шоссе, которые сегодня работают на пределе, и население здесь растет. Я очень надеюсь, в 2024 году, дай бог всем здоровья, мы сможем уже совершенно спокойно, со скоростью 110 км в час, здесь передвигаться и быстрее возвращаться домой или в любимые места на работу. Строительство Мытищинской хорды начали в 2020 году. Работы не останавливали даже в пандемию. Завершить возведение трассы планируют в 2024.